Лео Месси виновен. Какой срок грозит знаменитому футболисту и кто соперничает с Дональдом Трампом в рукопожатиях? Об этом и не только в нашем международном обзоре. Дональд Трамп нашел себе соперника в рукопожатиях. Это президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Во время встречи в столице Саудовской Аравии главы государств долго и неистово жали друг другу руки. Рахмон правит Таджикистаном 23 года. Официально его должность называется «основатель мира и национального единства». Верховный суд Испании оставил в силе приговор Лионелю Месси. Пятикратного обладателя титула лучшего футболиста мира приговорили к 21 месяцу тюрьмы. Месси и его отца Хорхе Арасио обвинили в уклонении от уплаты налогов в Испании в период с 2007 по 2009 год. А вот другой латиноамериканский футболист Давид Луис развлекает своих поклонников в Инстаграме. Посмотрите, какой трюк получился у игрока лондонского Челси. Выпрыгнув над бассейном, защитник ударил по мячу и все-таки попал в ворота на другой стороне лужайки.